Прекращение АТО и оккупированный статус. Появился текст закона о восстановлении суверенитета над отдельными районами Донбасса. Что интересно, обнародовали документ не в официальных источниках, а в интернет-издании «Громадське». Законопроект, напомню, планировали рассмотреть на заседании СНБО 10 июля, но затем отложили. Документ, в частности, дает президенту право использовать армию без объявления АТО. Такие полномочия уже назвали небывалыми в оппозиционном блоке. Там считают, что именно из-за этого законопроект не нашел поддержки у западных партнеров. В своем заявлении партия советует вернуться к выполнению Минских соглашений и предлагает помощь в подготовке законов о статусе территории и особенностях проведения там выборов.